Семена бальзамина новогвинейского Divine Red нравятся садоводам быстротой вегетативного развития. Уже через полтора месяца поле посева растения радует обильным, ярким цветением. Бутоны достаточно большие, до 5 см в диаметре, заметного красного цвета. Не менее декоративная листва этого сорта бальзамина, плотная, глянцевая, насыщенно зеленая. Растение пригодно для выращивания в открытом грунте или в домашней оранжерее. Оно не требовательно к уходу, хорошо развивается на солнце или в полутени, любит рыхлые, питательные почвы, нуждается в своевременном поливе. Бальзамин новогвинейский Divine Red – это однолетнее растение высотой 35 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бальзамин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бальзамина прекрасно подходит телипца А и открытый грунт. Расцветает бальзамин новогвинейский Divine Red в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный цвет. Интересные цветы бальзамин могут быть до 4-5 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.